Всем привет! И сегодня мы проведем обзор доступных накладных наушников от компании Xiaomi под названием Mi Headphones Comfort. Наушники обладают минималистичным дизайном закрытого типа, имеют встроенный микрофон и выпускаются в нескольких цветовых решениях. Ну что же, начнем наш обзор? Поехали! Наушники поставляются в большой белой коробке и выпускаются в нескольких цветах. В моем случае это бело-серая версия. На лицевой стороне имеется изображение самих наушников и логотип Hi-Res Audio. На правом и левом боку располагается логотип Mi. На обратной стороне имеется штрих-код, адрес и технические характеристики на китайском и английском языках. Сопротивление 32 Ом, вес 220 грамм, длина кабеля 1 метр 40 сантиметров, тип разъема 3,5 мм, максимальная мощность 50 мВт, диапазон частот от 20 до 40 тысяч Гц, чувствительность 107 дБ. Откроем коробку и посмотрим, что лежит внутри. Внутри мы имеем сами наушники, мешочек для переноски, а также инструкцию на китайском и английском языках. Вот так выглядит мешочек для переноски. Вот так выглядит инструкция. Рассмотрим сами наушники. В наушниках используется позолоченный штекер прямого типа. Провод длиной 1 метр 40 сантиметров, имеет классическую форму и выполнен из приятного на ощупь материала, смеси пластика и резины. Далее на проводе располагается микрофон для использования наушников в качестве гарнитуры. Далее провод идет прямо в левый наушник. Хочется отметить удачную расцветку самого кабеля и его элементов. С одной стороны серый цвет хорошо сочетается с белым, с другой на нем не так видны различные загрязнения, которые сразу же бросаются в глаза при использовании белого кабеля. Сам наушник имеет квадратную форму и относится к закрытому типу. С внешней стороны на перфорированной вставке левого наушника располагается многофункциональная механическая кнопка с характерным щелчком при нажатии. Амбушюры несъемные и выполнены из приятного кожзаменителя на основе полиуретана. Внутренняя часть амбушюра выполнена из силикона. Благодаря особой конструкции амбушюр может отклоняться в любом направлении, что обеспечивает лучшее прилегание наушника к уху. Подвижная часть защищена резиновым уплотнителем с пластиковой вставкой золотого цвета со стороны амбушюра. С внутренней стороны имеется матерчатая сеточка с маркировкой «правый-левый наушник». Душка наушников имеет мягкое прорезиненное покрытие с внутренней стороны. Наружная часть выполнена из пластика с глянцевым логотипом Mi по центру. Душка имеет средний диапазон регулировки размеров. Внутри располагается металлический каркас для придания дополнительной прочности конструкции. Протестируем работу многофункциональной кнопки для Android и iOS. Однократное нажатие кнопки «Play-пауза», двойное нажатие «Следующий трек», тройное нажатие «Предыдущий трек», длительное нажатие кнопки «Вызов голосового помощника» при входящем звонке, однократное нажатие «Принять или завершить вызов во время разговора», длительное нажатие «Отклонить вызов». Для iOS функции кнопки работают аналогичным образом. Встроенный в гарнитуру микрофон работает хорошо, качество можно сравнить со встроенным в смартфон микрофоном. Используя iPod Touch 5-го поколения и сторонний плеер Capriccio, прослушаем 10 специальных композиций в вейп-формате. Для сравнения будем использовать накладные наушники Philips SHP2700 и внутриканальные Mi In-Air Headphones Pro HD. Нужно отметить, что обе пары стоят дешевле тестируемых наушников, а Philips является еще и устаревшей моделью. В результате теста я пришел к следующему выводу. Звучание Mi Headphones Comfort находится на среднехорошем уровне. В сравнении с Philips и Pro HD звук смещен в сторону баса, при этом максимальная глубина находится примерно на одном уровне. В целом звучание Comfort и Philips плюс-минус можно назвать одинаковым. Что касается Pro HD, то здесь Comfort сильно проигрывает в детализации. Звук кажется не таким четким и звонким. Что касается громкости, то здесь комфорт находится на среднем уровне, чуть превосходя Philips и немного уступая Pro HD. Качество исполнения наушников от Xiaomi я бы отметил как среднее. Резиновый уплотнитель не одинаково плотно прилегает к пластиковой дужке золотого цвета. Имеются следы клея на дужке со стороны правого наушника. Кабель вместе соединения со штекером имеет слегка деформированный вид.
За внешний вид я ставлю наушникам 5 с минусом. Минималистичный дизайн, сочетание цветов, вставки под золото, металл. Вживую все это смотрится очень круто. Что касается удобства посадки, то наушники сидят великолепно, амбушюры практически полностью охватывают ухо, создавая превосходную звукоизоляцию как изнутри, так и снаружи. Ну что же, хотя наушники и не являются чемпионами по качеству звука в своей ценовой категории, все же по совокупности качеств их можно назвать удачной моделью. Наушники сочетают в себе как неплохое качество звука, так и классный дизайн. Второй, на мой взгляд, является их более сильной стороной. В общем, если вы поклонник компании Xiaomi и вам нужны красивые и недорогие накладные наушники, то Mi Headphones Comfort – ваш выбор. Ну что же, это был обзор накладных наушников от компании Xiaomi. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!